Дорожная тема редко радует горожан, но в этом году можно смело фиксировать приятные исключения. Площадь на территории микрорайона космонавтов наконец-то заасфальтировали. По сравнению с лунным пейзажем, который был здесь последние годы, нынешнее покрытие радует своей пока безупречной ровностью. Представитель дорожного отдела районной администрации и руководитель субподрядчика компании «Дорсервис Д» вместе измеряют площадь сделанных работ. Пока особых замечаний нет, пока по объему соответствует сметной документации. Ну, площадь еще не доделана, будут еще небольшие работы по разметке. Но в целом на 90% работа выполнена. А гарантийный срок? Гарантийный срок составляет 3 года в соответствии с действующим законодательством. Пятачок на космонавтов – один из самых загруженных по интенсивности транспортного движения объектов в нашем городе. И через 3 года здесь наверняка понадобятся новые ремонтные работы. Но пока можно сказать, что одна из самых наболевших транспортных проблем этой части города частично решена. Местные жители также просят дорожников этим летом подровнять несколько междомовых дорог микрорайона для полноты приятного впечатления. За 19-м домом, вот в торце 18-го, где-то 21-й дом, там тоже ямы. Ну, в основном больше нигде не проходила. Ну, а где я каждый день хожу, там, да, действительно заметно. Там выбоины, и когда дождик собирается, там лужи стоят несколько дней. Всего в этом году будут отремонтированы 6 городских дорог. Это улица Школьная на ДЗФС, Северная на Махалина, 5-й речной в Шпилево, Метростроевская, улица Подьячева, Горьковский поселок. Срок на выполнение контракта у дорожно-ремонтной организации до конца августа этого года. Я думаю, что если такими темпами будем продолжать работу, мы с задачей справимся. Что касается объемов, то значит по городскому поселению работа будет выполнена на 18 миллионов. Общая протяженность дорог, которые отремонтируем, это 3,5 километра. Если рассматривать наш муниципальный дорожный фонд, его наполнение акцизными деньгами, то там 5,5 миллионов, а общая протяженность ремонтных работ чуть более 2 километра. В городе еще масса дорог, состояние которых не менее удручающее, чем те 6, которые будут отремонтированы в этом году. Но до них очередь должна дойти в ближайшие годы. В районной администрации приняли 5-летнюю программу по обновлению дорожной системы Дмитрова. И этот год – первый в предстоящей 5-летке масштабных дорожно-ремонтных работ.